поздравляю. Еще никогда народ Украины не был един в своем желании порвать вас на куски. Только на востоке Украины вы задрали. А на западе забэмбалы, вот и вся разница. Вот на этой разнице мы и сыграем. Пока народ не устроил вам путч, мы устроим ему срач. Опять языковой вопрос? Вечный двигатель народной грызни. 27 лет работает. Значит так, внесешь законопроект о запрете русского языка. Месседж. Той, кто спілкується на мове оккупанта, не может называть себя украинцем. Я, конечно, извиняюсь. У них там в АТО половина бойцов говорит на русском. Это опустим. А ты предложишь сделать русский язык вторым государственным. Месседж. Почему в Швейцарии 4 госязыка, а в Украине не может быть и 2? Но Швейцария это солянка. Там изначально жили разные народы. Швейцарского языка в природе нет. Это опустим. Главное не перепутать, что здесь месседж. А что опустим? Главное, чтобы Восток ненавидел Запад. А Запад ненавидел Восток. И называли друг друга фашистами и ватниками. Бандеровцами, себрами. И пусть хоть одна людишка вякнет, что жрать нечего. Работы нет, и экономика в жопе. Правильно. Это опустим.